Как и обещал, сегодня переходим к такому направлению, как фриран. По сути, это совмещение паркура и акрострита. И сегодня я предлагаю вам начать изучать такой базовый и очень важный элемент, как сальто назад. Поехали! Мы начали изучение сальто назад, потому что этот элемент на самом деле очень простой. И он только выглядит страшно, но его выполнять очень легко. И для этого я предлагаю вам разобрать два подводящих упражнения. Первым подводящим упражнением будет простой кувырок назад через голову. Для того, чтобы его выполнить правильно, вам нужно присесть, немного толкнуться руками, взять плотную группировку и потом вытолкнуть себя руками наверх и встать на ноги. Сейчас я вам покажу, как это выполняется. Следующим подводящим элементом будет фляг назад. Я вам рекомендую его выполнять на матах. И лучше с тем человеком, который вас будет страховать. Сама техника выполнения. Вы садитесь примерно в такое положение. Выталкиваетесь назад и вверх. Потом ставите руки на пол. Главное, не сгибайте их. И уже по инерции ноги перейдут вниз, и вы уже приземляетесь на ноги. Сейчас я вам покажу, как это выполняется. И вот мы переходим непосредственно к изучению сальто назад. Для этого элемента вам нужно объединить кувырок назад и фляг назад. И обязательно я вам рекомендую это выполнять на матах и с человеком, который будет вас страховать. Самое сложное в этом элементе – это просто перебороть свой страх. Непосредственно сама техника. Присаживаетесь как на фляг, выталкиваетесь не назад и вверх, а чисто вверх, поднимаете руки и берете группировку как на кувырке назад и приземляетесь. В принципе, заднее сальто не такое уж и сложное упражнение. Вам главное это правильно изучить базу и перебороть свой страх. Также заднее сальто вам откроет возможность для многих других элементов. Всем удачных тренировок!